Магнолия цветет. Как картина, конечно, легендарная. Она еще на этапе своего создания была уже выложена в интернет, причем публично, в городских новостях. Это большой Геленджик, окрестности Черноморское побережье. Я туда ездила на праздники. С удивлением обнаружила, что у нас на 8 марта еще очень холодно, а там уже все заканчивает цвести. Я там сделала несколько этюдов, это вот одна из них. Магнолия, растущая в парке. Очень интересное дерево, посмотрите поближе. На тоненьких веточках огромные цветы. Цветы размером с ладони сложенные. То есть ложите две ладошки, вот такого размера цветы. Просто на голых ветках смотрится. Очень экзотично, по крайней мере, для нас, те, кто такой природы не видел. Вот такая работа. Она очень интересная. Начата она на пленэре в парке. Потом дождь пошел. Вот во время дождя я там частично пыталась дописать саму форму цветков, немножко пятен наставить. В это время подошли журналисты. Подошла директор парка. Мы долго общались. В итоге я в новостях, меня выложили, пресс-служба Геленджика выложила эту картину и меня, рисующую ее, городские новости на празднике. Вот. Отклики у нас здесь, уже в нашем городе, на нее. Ну, то, что реакция такая же, как и у меня, когда я увидела эти цветы. То есть никто не ожидал, что такое бывает. Особенно даже наши художники, которые вот не очень много путешествуют. Она же бывает разных видов магнолия. Чаще всего встречается та, которая с зелеными листьями. Вот такие цветки. Летом она, в начале лета цветет. А вот чтобы просто цветы без всяких листьев, такого, конечно, ну, мало кто видит. Вот такая магнолия. Пленэрная живопись Жана Тали.